Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой наборчик от фирмы Revel, предоставленный фирмой Revel. Как это ни странно звучит. Новинка. Насколько я понял, это набор ребоксинг. То есть, ну, судя по тому, что нам выдает ScaleMates, это просто его переложили в новую коробочку, а может быть и чем-то дополнили, не знаю. Потому что я как-то не сталкивался с броней в 72-м масштабе. Это для меня редкость. Ну, с виду коробочка хорошая, красивая. Клопик у нас получится 9,5 сантиметров. И клопа зовут Мардер. Это современная БМП немецкая. Насколько я так его классификацию понимаю. Потому что чистого БТРа у них, насколько я знаю, нету. А это и не легкий танк, и не БТР. В общем, что-то похожее на БМП наше, если сравнивать. Довольно приличное количество деталек в нем. Аж 161. Ну и нас из этой коробки встречает 3 литника. Увесистого размера инструкция цветная, что характерно для новых коробок Revel. Ну и давайте с нее прям сразу начнем. Тут, в принципе, перекладывать мне нечего. Ну и в форме книжечки все у нас. Здесь у нас дается цвета с загадочными названиями от Revel. И, соответственно, привязка именно только к Revel, к их родной краске. Как это все намешать, в каких пропорциях. То есть, ну, если пользуетесь другими красками, придется подбирать на глаз. Ну или ориентируясь по названию. Другого варианта тут нам Revel не дает. И пошла у нас сборочка. В принципе, все тут ясно и понятно. Ничего особо сложности нет. Я думаю, этот клопик у нас, если вы будете собирать, ну, займет, может, день, может, часа три. Все зависит от ваших рук. Вот покраска дольше, наверное, займет. Нам предлагают несколько вариантов, а именно, по-моему, 4. Да, 4. То есть, вот в таком черно-зеленом камуфляже. Это у нас 391 батальон. Так, здесь у нас 325 батальон. С загадочной вот этой для меня аббревиатурой W4. K4 знаю, W4 пока еще не нашел, что это значит. Он у нас такой черно-коричнево-зеленый. Этот тоже, судя по маркировке цветов, черно-коричнево-зеленый, только без V4. Но я не знаю, загадка для меня, почему здесь получился фиолетовый. Видимо, краска в принтере кончилась. Или что, я не знаю. И вот такое коричневое чудо. Это у нас чилийская армия, 2010 год. Так, это откладываем. Вот такая у нас малюсенькая декалька. Ну, в принципе, тут только номера, кресты. Вот эта вот надпись V4. Ну и посмотрим, что у нас на литниках. Я это уже вскрывал. Аккуратно тут это все положил. Но оно было в одном пакете. Так что тут ничего удивительного нет. Бортовые экранчики. Для 72-го масштаба, в принципе, отлиты довольно хорошо. Даже видны петли и какие-то даже болтовые соединения. Вот такая верхняя часть нашего БМП, будем его так называть. Задняя кормовая часть. Это какой-то люк
скорее всего, задний, да, судя по размерам, задний кормовой люк. Две скатки, тросики, поручни, погон башни, зеркала заднего вида. Как это ни странно звучит, но это именно так. Зеркала заднего вида. Здесь у нас дана уже нижняя часть и борта. Борта сразу отлиты вместе с балансирами. Ну, это, я так полагаю, что нормальное явление для 72-го масштаба. И даны нам гусеницы полунаборные. То есть нижняя и верхняя часть. И чтобы закругление сделать на звездочке и ленивце. В принципе, довольно отлито хорошо. Как оно будет стыковаться, это большая загадка. Но литье отличное. Ну и, соответственно, наши все каточки, звездочки, ленивцы. Различное оборудование мелкое, типа фар, люков. Пусковая установка для Птурса. Ну и что-то из шанса по ходу дела. Крюки различные. Ну и, соответственно, как вот блок вот этот наш, типа башни, собирается вот этот оружейный блок. Ствол от него. Ну, отлито, говорю, очень хорошо. Даже гайки на катках видны. Вот такой вот малюсенький у нас агрегат. Не знаю, буду ли я его собирать в ближайшее время или потом, но мне он очень интересен, как он будет в итоге получится. Просто интересно даже посмотреть, что за сие чудо выйдет. Поэтому... вполне возможно, в этом месяце мы его попробуем начать. Но не гарантирую. В любом случае, спасибо всем за внимание. Жмакайте на колокольчик, следите за новостями. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.